Путешествуя по Советскому Союзу, президент Республики Индонезии Сукарно и сопровождающие его лица посетили Свердловск. Жители города тепло приветствовали индонезийских гостей. Осмотрев Уральский завод тяжелого машиностроения, президент выступил перед собравшимися. В своей речи президент Сукарно говорил о борьбе, которую ведут народы Азии и Африки за свое полное освобождение. «Мы счастливы, — сказал он, — что в этом деле на нашей стороне симпатии советского народа». В заключение президент призвал бороться за мир во всем мире. В Москве на центральном стадионе имени Ленина состоялся митинг, посвященный дружбе между Советским Союзом и Индонезией. 100 тысяч участников митинга горячо приветствуют славного сына индонезийского народа, президента Сукарно, председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова, руководящих деятелей советского государства. От трудящихся города Москвы дорогих гостей приветствовал рабочий московского автозавода Бушуев. Выступивший на митинге Климент Ефремович Ворошилов сказал, что визит государственных деятелей Индонезийской республики имеет большое международное значение. В своей речи президент Сукарно выразил уверенность, что дружба между народами Советского Союза и Индонезии – прочная и нерушимая дружба. Пусть же и впредь растет и крепнет эта вечная дружба во имя мира во всем мире.